Здорово. Здорово. Стакан не взяла. Башку еще сегодня не расчесывала. Так, так вот поправилась здесь. А зачем? Я еще и вилку забыла. Ядрена корень. Ядрен батон. Смотрите, какая красота у меня. Так, ладно. Я сходила за чесночком, за свойским. Помыла. Обрыла его. Буду кушать. Я же говорила, что с чесноком вкуснее. Правильно же? Короче говоря, он слизкий, когда свойский, да? Свежий. Пришла кенгуру опять. Ядрюшкин ты, матрешкин. Ногтем буду прокалывать и держать. Посмотрите, какой опять это. Вот. Во, наконец-то. Горячий. Обалдеть. Это просто обалдеть. Ой. Они не разварились почти. Обалдеть. Это просто вкуснятина. Просто. Холодненьким этим молочком. Красота. Лепота. Еще внутрь вкусно. И вкусно есть, когда они горячие. Я не могу пельмени. Когда они совсем холодные. Надо... Чуть-чуть и горяченькие. Угу. Так будет вкуснее. Очень замечательно. Ой. Каждый день ем. Руками. И ртом. Жаль, что не у всех это получается. Очень жаль, что ни у кого нет рта. Как у меня. Моего отца, отец моего отца, как мой дедушка, я его никогда в жизни не видела, его не было уже, а у него медведь ногу откусил. Какой-то там в деревне. Раньше он охотился, с ружьем ходил в лес. Дед
Папин мой отец. И, короче, там что-то случилось. Короче. Вот. Ногу там. Короче. Медведь откусил. Но он живой потом был. Жил так, с одной ногой жил. Ну так как-то. Мне вчера ТикТок прислал. Мы ржали с девками. Он вообще с ума сошел. Я делала тогда розыгрыш, показывала по телефону. А снимала на другой телефон. Ну, что кто выиграл, там туда-сюда. Мне вчера смс-ка приходит. Пользователь звука не разрешил его это использовать. Как это, думаю, это я сама себе запретила звук использовать. Прикидывайте. Ой, ёкаламане. Как это я так могла сама себе запретить звук использовать? Интересно. Да ведь? Трындец полный. Избранная музыка вся куда-то делась, а нету избранной музыки. Она вся куда-то тютю. Написано, используйте избранный звук. Ну, типа добавьте. Столько было. Нету ни одной музыки. Куда дели? Ничего не понимаю. Конец месяца, девочки. Три человека. На этот раз три человека. Там два было, сейчас три. Выберу троих. В конце месяца выбираю. В начале месяца отправляю. Мамочкам. Многодетным. Только тем, кто нуждается. Не просто многодетным. Просто многодетным пускай он эти помогают. Государство наше. А я реально тем, кто нуждается. Так вот я решила там сладким конфетам. Извините. Есть хоть за что зацепиться. Я хоть это, как говорится, сладостями решила. Где-то, может, игрушками. Где-то вещами, кому надо. Ну, там это мы разберемся уже когда-нибудь в переписке. Вот. Можно продуктами. Но продуктами почтой это нереально отправлять. Только если консервированное что-то. Ну, я имею в виду консервы. Сгущенка, тушенка, макароны. А такое оно ничего не доедет. Я ж не положу курицу сырую, правильно? Она кукрекает куда-нибудь. Ку-ку-ку. И все. И ту же колбасу. Ну, колбаса еще может быть, если копченая. Сейчас просто еще жарко. Так что я могла бы еды набрать целый этот картофельный пакет и отправить. Просто доедет оно или не доедет. Протухнет, не протухнет.
Макароны ложить, что ли, с гречкой. Пока так. Потом посмотрим. На это три человека на этот месяц. Все, девочка отписалась, и мне очень приятно было. Что, дети? Дети открывали. И им нравилось. Мне очень приятно было. Некоторые радость получают даже от того, то, что чужие дети радуются. Не только свои. А некоторым по барабану. Мне за радость, наоборот. Так что я много раз всем сказала, будьте добрее. Не пишите никогда не чужую свою чушь. Я вас просто блокирую. Но оно вам надо. Открывать новые страницы и смотреть меня. Вам же легче. Ну, вы молчите. Ну, вы не умеете. Приходится вас блокировать. Всякую чушь. Вы откуда знаете, что у меня в голове? О чем я думаю? Вы же, блин, пишете всякую вообще по идее. Свои мысли вы пишете. Вы реально пишете свои мысли. Свои думки, придумки. Например, пишет. Она все жрет, а надо бы подумать трое детей о их жилплощади. Ну, типа, жилплощадь, когда вырос, чтобы была. А тебе откуда знать, что у меня в голове и что у меня уже есть? И что у меня будет? Вы считаете, вообще все считаете. Вы в натуре это болезнь. Здоровый, мне кажется, так не напишет. Она, говорит, все жрет и жрет, а ей, говорит, надо подумать. Будто я во время еды не могу подумать. Получается. Или если я жрать не буду, я думать начну. Или хватит жрать, иди работай. А что, я когда буду работать, я жрать не буду, что ли? И подобного очень много. Подобного вот этих. Я внимания не обращаю, просто такие тупорылые вот даже, эти комментарии тупорылые. Я просто баню человека. Просто это чушь полнейшая. Или вы думаете, что мне за ваши комментарии кто-то что-то оплачивает, что ли? Мне за твои комментарии ничего не оплачивают. У меня есть, ты завтра тебя нет. Мне без разницы, я тебя пошла и заблокировала. Мне от твоей подписки тоже никто не заплатил ничего. И ты мне не платишь со своего кармана. Платит сам YouTube, платит. Никак не вы. Платится за рекламу. Боже мой. Как мы любим. Так что вам мешает? Взять и что-то снимать. Ну, снимайте, как вы варите, если вы варите. Как вы стираете. Кстати, хороший был бы контент. Как отстирывать пятна. Выводить пятна. Пожалуйста. Ума не хватает? Нет, видать. Мы любим рассуждать. Иди к черту. Всем доброго здоровья и добра, девочки мои хорошие.